Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео у нас только информационный характер. Два дня назад я зашла в проект, это букс абсолютно без вложений, называется BitLimo, где мы зарабатываем на просмотре рекламы Bitcoin Cash. Ну, я хочу поделиться своими результатами. В данный момент у меня вот такая вот сумма уже насобирана, заработана. И что, друзья, я купила себе апгрейд. Так, я купила себе апгрейд. Вчера меня нашел мой апгрейд, реферал-партнер. И мы с ним пообщались, и я вот... Я купила, потом мой партнер купил также апгрейд. В общем, спин лишь букс работал. Вот. Здесь два вида, как бы на 30 дней за 0.2038 и медиум партнер. Вот я взяла на 30 дней 0.2078. Это в долларах я оплачивала примерно 3 доллара с копейками там. Как-то так. Вот. Ну а этот доллар, не знаю, в рублях. Ну это вообще дешевый, он 100 с чем-то рублей. Я в рублях смотрела. Как бы я курсом биткоин кэш и не интересуюсь особо. Как бы у меня все акцентируется все на биткоине. Вот. Ну, начала просматривать, сколько это всего стоит. И что у меня здесь? Вот медиум. Вот этот я купила, самый последний. Теперь здесь вот арендованные рефералы. Можно как бы покупать. Так, что я? Сколько я сейчас ПТС я зарабатываю? Это у меня выходит, друзья, 180 биткоин кэш. Ну, за одну рекламку. На бесплатной основе мы 17 сатош получаем. На junior партнер 86. А здесь вот 180 за клик. Вот. И можно здесь всю эту статистику как бы посмотрите уже. Далее что? Еще я... Ну, рекламку я уже просмотрела. Я начала просматривать вот этот обмен трафика. Так как начала немножечко я тут разбираться. Вот обмен трафика. Можно насобирать как бы без вложений. Вот. И размещать без вложений, опять же таки, свою рекламку. Стоит она... Вот 17 тысяч биткоин сатош, 100 просмотров по 10 секунд. Согласитесь, неплохо. Для названия реферальная ссылочка. Вот. Но мне еще маловато как бы. И вот я начала просматривать, и можно как бы отправить. Потом уже размещать свою рекламку. Вот. Опять же таки, я на вывод пока не буду делать вывод. Я сделаю это чуть-чуть попозже и запишу видеообзор. И ну, вот здесь у меня, видите, написан, то, что я купила. У меня осталось 27 дней. Истекает мой срок 7 марта. Вот. И если мы... Вот видите, я трафик просматривала. Вот здесь мини-чат для общения. Здесь вот вкладочка, обратите внимание, события. Нажимаем и вывод средств. Вывод средств. Вывод, вывод, вывод. Это уже 7-е, 2-е. Это за сегодняшний день. Как бы люди выводят им небольшие суммы. Я так полагаю, вы уже убедились в том, что этот букс платит. Потому что зарегистрировались, вам дали бонус. Просмотрели рекламку, поставили на вывод. Здесь вывод не сильно
завышен. Нажимаем вывод. У меня прописан Payer. Не забываем в настройках прописывать платежные реквизиты. Здесь Payer и Coin Payment. Вот. Я Payer. И минимальная сумма всего 85 сатош. Вот. Ну, комиссию они, конечно, тоже берут. Сюда прописываете сумму, сюда пин-код, который указывали при регистрации, и нажимаете «Вывод средств». Ну, в принципе, это все. Продолжение, естественно, будет следовать. Ну, здесь реферальная ссылочка. До новых встреч!